Рецепт приготовления фаршированных овощей или овощного ассорти. Блюдо получается не только очень вкусным, но и очень полезным. В этом блюде отлично сочетаются мясной фарш и овощи. Фаршированные овощи хорошо подходят и как закуска, и как отдельное блюдо. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Вымываем тщательно все овощи, очищаем от внутренностей сладкий перец. 2. Вынимаем из помидоров, патиссонов, баклажанов и кабачков все внутренности и на маленькие кусочки нарезаем. 3. Обжариваем кусочки вместе с репчатым луком на подсолнечном масле до приобретения овощами золотистого нежного цвета. 4. Приготавливаем начинку, отваренный предварительно до полуготовности рис смешиваем с натертой на самой мелкой терке сырой картошкой, яйцом и мясным фаршем, кладем размоченный белый хлеб и хорошо перемешиваем, начинку приправляем специями, перчим, солим. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Приготовленные овощи начиняем получившейся массой, укладываем начиненные овощи в кастрюлю и выкладываем на них сверху обжаренные внутренности овощей, солим, заливаем водой и, накрыв крышкой, минут на 20 ставим тушить. 6. Лучше всего для гарнира отварной картофель и салат из помидоров и огурцов. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Кабачки, сладкий перец, баклажаны, патиссоны каждого по 3 штуки. Перец, соль, по вкусу. Фарш, свинина, 350 грамм. Специи, по вкусу. Помидоров, 6 штук. Фарш, говядина, 350 штук. Картофель, 1 штука. Рис, 100 грамм. Хлеба белого, 3 ломтика. Яйцо, 1 штука. Количество порций, 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!